Артистичные, воздушные и грациозные. Все это о представительницах одного из самых красивых видов спорта – художественной гимнастики. Три соревновательных дня, личные групповые состязания, сотни талантливых гимнасток от пятилетних малышек до мастеров спорта. И это традиционный турнир «Грация», организованный в спортивно-оздоровительном комплексе «Яхрома». В этом году число участниц заметно увеличилось. Приехали спортсменки со всей Московской области, а также из Москвы, Казани и Вологды. Открыли соревнования самые младшие гимнастки. Многим из них удалось покорить сердца строгого, но справедливого жюри во главе с судьей международной категории и заслуженным тренером России Надеждой Шаталиной. Есть детки, на которых, знаете, ну глаз ложится, приятно смотреть. Уже видна школа определенная. То есть не просто девочки прыгают, как на лужайке играют, а уже видно, что это спортсменки, и, возможно, у них что-то получится. Всегда у всех есть шанс. Жизнь непредсказуемая. Смотришь, серая мышка скачет, а потом раз – и лебедь белая. Те гимнастки, которые здесь выступали, они уже прекрасные специалисты, тренеры стали. Вот. И гимнастка, которая здесь выступала не один раз, двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк. То есть, видите, с малых соревнований, с маленьких вот этих деточек, получаются, ну, хорошие спортсмены. Соревнования подарили много ярких эмоций и новый опыт, рассказали спортсменки из Дмитрова, одержавшие победу в групповом многоборье в своей возрастной категории. Мне понравились соревнования, потому что тут очень интересно и есть с кем посоперничать. Замечательное впечатление. Мы выступили очень хорошо. Тут все очень красиво украшено. Много зрителей. Ковер хороший. Мы все сделали чисто, кроме обручей. Вовчик две потери, но ничего страшного. Мы будем дальше работать и добиваться такого уровня, чтобы у нас все получилось. Упорная работа над каждой ошибкой – то, чему спортсмены учатся с самого раннего возраста. Несмотря на завоеванные награды, юные гимнастки из Долгопрудного отмечают, что над некоторыми составляющими предстоит немало потрудиться. Как тебе эти соревнования? Все ли получилось у тебя? Я на некоторых элементах упал. Почти у меня все получилось, но только я еще не успела. Я хочу над чем-то поработать. Волновалась. Ну, я не успела, но зато мне дали третье место. Я рада. Я очень сильно гибкая. Я все могу сделать. Я очень сильно гибкая. Я способная. Я говорю еще тренеру самое большое спасибо. Впереди еще два соревновательных дня. В борьбу вступят старшие участницы, обладательницы самых высоких разрядов, а также званий кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Гимнастки выступят с разными предметами в личном первенстве и групповом многоборье.